Вторая единомышленники, продолжаем наши видеоуроки. Давайте рассмотрим еще одно положение, опять же, в партере, на полу, когда мы ограничены. Если я лежу на животе, то дальше начинается атака. Начинается атака ногами. Посмотрите, есть плоскость. Вы выставляете либо в одну плоскость выставляете, либо в другую плоскость выставляете. То есть задача выставить плоскость. Вот они, этот клин, который вы расклеиваете. Либо вы входите вовнутрь, не важно, вы можете отсюда плоскость выставить. Но ваша задача, после того, как вы плоскостью сняли, ваша задача вывести его из равновесия и самому все-таки уйти из партера. Поэтому, после того, как вы сняли, ограничиваете дальше, выходите в квадратар. Он может бить, конечно, и не с головы, он может бить и сбоку. И здесь у меня задача, опять же, контролируя его ноги, выходить в вертикальное положение. Посмотрите еще раз на съемку. Либо я в эту сторону пускаю плоскость, либо в эту. Но допускать все-таки не стоит, он может упасть на вас. Все-таки если он идет левой ногой, тогда я могу выпускать в эту сторону, в эту плоскость. А когда идет другой ногой, в эту сторону, для того, чтобы дальше уже дорабатывать. Именно обратите внимание. Дальше он может, конечно, и сзади наносить удары. Вот, в принципе, по ногам, ну, неудобно через ноги до тела доставать. Либо бьют по ногам, по конечностям. Соответственно, вы их убираете, во вращение вводите. То есть небольшое движение даже. Вот такие вот движения небольшие. Либо вращаете, либо вот в момент касания практически вот оно движение идет. А дальше вы уже можете наваливаться. Ваша задача в любом случае, как бы ни было, вот оно движение идет. Вы подхватываетесь и выходите из положения лежа. Сначала провоцируете, что вы беззащитны, находитесь в лежачем положении, в неудобном положении. А потом идете в контратаку. Рассмотрите это положение. Нужно попробовать рассмотреть любые неудобные положения, когда вас еще не вовлекли в борьбу в партере, а просто вы потеряли равновесие, оказались на полу, и вас хотят добить.